Всем привет, вы на канале Корзина ТВ. Такая маленькая, симпатичная коробочка. Там что-то мне трясется. Непонятно. Сейчас посмотрим. Да, я уже говорила, что я не люблю ножницы. Мне нравится разрывать. Это как-то даже успокаивает. Странная такая коробочка. Это украшение. Дополнительная цепочка, непонятно, правда, ее предназначение, зачем. Такой симпатичный мешочек для хранения. И сами украшения. Это набор. Сережки, браслетик, колечко и подвесочка. Сейчас посмотрим поближе. А если это подвеска, то это на какую-то кукольную шею. Честно говоря, я не знаю, у кого может быть такая тонкая. Или это все-таки браслет? Ага, значит, подвеска это вот эта. Сейчас вставляю дом. А, да, вот. Вот она, подвеска. Я не знаю, как вам так показать, поймать свет, насколько оно переливается. Камень разноцветный. У него зеленый, розовый. Ну и смотрится довольно-таки дорого. Особенно если цепочку заменить на серебряную. Похоже на тот камень, который бабка с Титаника. Сердце океана. В длинную сторону похоже. Ну так оно стерео украшение с наладом. Это в кольцо. Ты бриллианты, которые называются с корабля кидать. Это у нас сережки. Ну сережки простые, подвесочки. Кстати, на ощупь хлипкие. Мне кажется, она оторвется. Ну, симпатичная. И колечко. Заказывали мы на 16 размер пальчика. Сейчас посмотрим, насколько оно... Ой, я уже где-то липочка. Вот, люди, не связывайтесь с китайцами, у них посылки грязные. Кольцо по размеру. Браслет я одевать не буду. Я, честно говоря, не люблю такие вот защелки. И, наверное, не умею просто их открывать. Ну, вот. Знаете, смотрится довольно-таки классно. И оно легкое. Хотя я думала, что оно будет тяжелое. Камни выглядят массивно, но, скорее всего, это просто пластик. В комментариях пишите, если вы хотите, чтобы мы больше заказывали именно подобных украшений. Пишите, заказывайте, мы будем заказывать. Девушки, будьте активными, мы будем заказывать больше украшений, если вы захотите этого. И будем их разыгрывать. Так что активничайте в комментариях обязательно. Отложим. Оно стоит нашего внимания. Кстати, цена там в районе 150-200 рублей была. В комментариях я укажу. Сейчас цены немного изменились, потому что на Али доллар вырос в цене. Как это обидно не звучит, но... И еще одна коробка, больше предыдущей. Нет, все-таки запаковали хорошо, не получается меня разорвать. Это, я так подразумеваю, тоже какое-то украшение. А знаете, сколько мы уже заказали посылок? Ой, мы много заказали. Тут 500. Да. Все они уже идут. Да, они в пути. Наша почта, кстати, активно мешает нам вообще в получении. Слушайте, я не могу не отойти. А, вот. И, вау. Золото, золото. Подкованно, что ли? Да, подкованно шею. Так, это еще одно. Украшение для собаки? Кстати, мы когда выбирали в комментариях, очень много было фотографий от девушек, как сказать, темнокожих. Вот, они обожают почему-то именно вот такие массивные, золотые. И причем чем больше, тем лучше. Это у нас браслетик. Да, стиль как Египет или Греция. Это сережки. Вот сережки здесь тяжелее, чем на предыдущем наборе. Это колечко. Ну, это очень удобно. Вы не потеряете просто сережку. Потеряете просто сережку вместе с ухом. Да. Если на вас нападут в темном переулке, именно так и происходит. Поэтому, девушки, по вечерам не ходите одни по улицам. И не носите золотые дорогие украшения. Не привлекайте к себе лишнего внимания.
А то под Новый год, мало ли, у парня денег не будет, они решат с вас снять, подарить свои игрушки. Ну, это немного такой черный юмор, но правда жизнь. Вот, ладно. Перейдем к самим украшениям. Тяжелое. Плохо гнется. Я не знаю, как оно на шее будет смотреться и не сложится ли оно как-нибудь вот так. Некрасиво. Это колечко. Тоже заказывали на 16 размер. Ну, а мне показалось, вроде выглядит одинаково. Посмотрим. Нет, оно больше, действительно. Даже на большой палец оно свободно. Переплавить. Переплавлять нечего, металл. Так, ну я сейчас сделаю, как и на том наборе. Кольцо с браслетом. Лично мое мнение, надолго этого не хватит. Видно, что тут пошарпана краска, слезшая, какие-то пузырьки. Ну, в общем, девчонки, кто из вас любит фотографироваться, для фотосессии вполне достаточно. В чем отличие, кстати, сережек? Здесь просто как крючок, вставил, пошел. Зацепился за одежду, он вместе с ухом оторвался. А здесь уже идет стандартная защелка. Я не знаю, как они называются. У меня до сих пор проблема с их открыванием. Хотя уши проколола больше 10 лет назад, но не научилась открывать. Наверное, это и к лучшему. Вот это точно, если вы оденете эти сережки, и с вас попытаются их снять, или вы зацепитесь, не дай бог, то вместе с ухом. Осторожно. Да не похож он. Вот тут везде пузыри какие-то, краска везде оплешая. Ну, да. В общем, это только для фотосессии, либо для единого выхода куда-то в свет, под какое-то платье. Скорее всего, такой летний вариант. Но мне кажется, оно облезет там через несколько ношений. Вот, тут даже замочек такой вот, как на стандартных браслетах идет. Намыкается. Пробы не хватает. Стояла бы проба, может быть, я и поверила, что это золотое напыление. Ну, в принципе, подойдет. За его цену подойдет. Складываем наши украшения. Видно, что нету никакого мешочка, как в предыдущем. Здесь гораздо удобнее это все в мешочек. Положил. Так, один на цепочку. И сохраним. Ждем вас на нашем канале. Пока-пока.